Сегодня 23 февраля 2020 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд и автор двух собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Я нахожусь в поселке Южный Москва Приморского края, на своей малой родине, возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Я правнук двух награжденных ветеранов войн, Великой Отечественной и Советско-японской. К огромной моей беде я вынужденно скитаюсь с 23 января 2017 года, уже четвертый год, из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в столице России, в Москве, в комнате номер 2 в двухкомнатной коммунальной квартире и из-за невозможности беспрепятственной продажи данной моей комнаты. Я страдаю хроническими заболеваниями, пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеваниями суставов, крови и заболеваниями вен левой ноги. Я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией из-за того, что все мое астрономическое оборудование, все мои личные вещи остались в моей комнате, куда я лишен возможности безопасного беспрепятственного доступа. Я хочу приносить пользу науке России своими астрономическими открытиями и вносить вклад в науку астрономию. Но к огромной моей беде, мне негде подготовиться к вступительным испытаниям для поступления на обучение в университет на астронома. День защитника Отечества. Я скитаюсь, как бездомная собака. Хотя мои прадеды воевали за мирное небо над головой и защищали свою родину.